Вадим Иванович, спасибо за предоставленное слово и спасибо вам за вашу активную партийную работу, то, что вы делаете лично для Николаевской области и для Украины. От всего сердца спасибо, так держать. Спасибо. Рад приветствовать всех гостей, членов Николаевской областной партийной конференции Народного фронта. Народный фронт – сильная команда для сложных времен. Приятно в зале видеть партийных ортодоксов, которые смогли объединить сильных политиков, сильных общественных лидеров, волонтеров, бизнесменов и госслужащих, добровольцев, которые в свое время создавали отряды обороны и с оружием в руках защищали территориальную целостность Украины от российской агрессии. Команда Николаевского народного фронта вместе с патриотическими силами Николаевщины в свое время обеспечили мир в области. Наши однопартийцы, уважаемый Вадим Подберезняк, Игорь Бриченко, Оксана Янишевская, Станислав Маркиросов, Маргарита Капуста, Тарас Кремень. Именно они в феврале месяце 2014 года, когда банды Януковича разбегались, взяли на себя ответственность в управлении Николаевщиной. Наши однопартийцы были инициаторами, чтобы в Николаевской области, в каждом районе и городе Российская Федерация была признана страной-агрессором. ЛНР и ДНР террористическими организациями. Коллеги, несмотря на политические разногласия, грязную критику со стороны коалиционных партнеров, мы продолжаем с вами работать и бороться за европейские ценности здесь, в Николаеве, в Николаевской области, в Украине. Арсений Яценюк, возглавляя кабинет министров Украины, назвал его правительством камикадзе. Вспомните, военные действия в Донецкой и Луганской областях, аннексия Крыма, политический, экономический, административный, финансовый, энергетический хаос. Яценюк не сломался. В этот сложный период он начал воплощать важные эффективные реформы, которые вывели Украину из кризиса. Реформа финансовой децентрализации, реформа национальной полиции, максимальное финансирование вооруженных сил Украины, создание антикоррупционных органов, энергетическая безопасность нашей страны. Мы в Николаевской области разработали и внедрили сотни
проектов и программ. Николаевская областная программа поддержки патриотического воспитания детей и молодежи. Первая в Украине. Социальная областная программа оздоровления военнослужащих и их семей. Поддержка волонтерского движения. Разработан план объединения территориальных громад. Разработана стратегия социально-экономического развития Николаевской области. Это нашими представителями Народного фронта. По моей инициативе, при поддержке и при его решении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова было расформировано коррупционное ГАИ Николаевской области. И в короткий срок создана национальная патрульная полиция, которой мы с вами гордимся. При непосредственном участии наших народных депутатов создавались специальные батальоны Министерства внутренних дел Святой Николай. 19-й территориальный батальон обороны Вооруженных сил Украины. За этот период привлечены международные инвестиции. Я ответственно заявляю, созданы тысячи рабочих мест. Это благодаря вашей работе. Я честно говорю, горжусь тем, что работаю в честной и сильной команде Народного фронта. Спасибо каждому из вас за вашу активную позицию и вашу работу. От себя лично хочу поблагодарить руководителя Баштанской партийной организации Виталика. Виталик, извини, что так. Грицюка. Как за его работу, так и за то, что он является ортодоксом Народного фронта и не меняет флаги на протяжении многих лет. Но помимо этого, пошел на выборы в первой городской объединенной громаде и выиграл их вместе со своей командой. Коллеги, призываю вас в 2018 году провести мобилизацию наших сторонников. Мы не должны терять контакт с теми людьми, которые отдали за нас голоса. Призываю вас создать депутатские объединения во всех местных советах Николаевской области. Это наша с вами партийная задача. Мы не позволим, чтобы власть захватили коллаборанты. Слава Украине! Герой! И слава Николаевской области! Спасибо.